Промежуточный отчет для своих токен-холдеров подготовила команда проекта DS Plus Plus Coin. В документе отражены текущие задачи, завершенные и планируемые проекты. Наблюдается позитивная динамика развития проекта. Основные тезисы отчета. Завершены техзадания для разработчиков UX/UI, готов код интеграции с блокчейном Ethereum, готов к тестированию прототип P2P-платформы, приложение WeChat готово для использования пользователями Китая, подписаны контракты с маркетинговым агентством биржей Tidex. Готовится интеграция с платформой CoinDAR, а также ведется работа над листингом монеты на бирже Robinhood. В планах команды – интеграция с биржами TokenStore и Mercatox.